«Беги или умри» – так называется новомодная игра, приобретающая популярность среди подростков. Ее суть – успеть перебежать дорогу максимально близко проезжающему автомобилю. Сотрудники полиции бьют тревогу. Мадина Каракетова подробнее. «Беги или умри» – игра, распространяемая через интернет и приобретающая все большую популярность в городах России, дошла и до Черкесска. Своеобразная проверка на слабо. Суть этой игры – перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся автотранспортом. Эта игра стала популярной по всей России. Поэтому и водителям нужно быть предельно внимательным, когда вы видите детей у дороги, и учитывать тот факт, что они могут броситься бежать прямо под колеса. По мнению полицейских, дети и подростки не осознают реальной опасности и последствий, к которым может привести их развлечение. Вероятно, они считают, что все как и в виртуальной игре. Погиб один раз, можно воспользоваться запасными жизнями. А в реальном мире жизнь всего одна. Полицейские отделы по делам несовершеннолетних советуют родителям четко разъяснять такие нюансы своим детям. Что можно посоветовать родителям? Поговорить с детьми, рассказывать о травмах, последствиях такой игры. Не угрожая, не испытывая тревогу, поговорить как со взрослым, а не как с маленьким. Подростков обижает такое отношение. Рекомендация основная – находить контакт с детьми, подростками, слышать их, понимать и психологические, и эмоциональные потребности. Кроме того, необходимо донести до маленьких любителей острых ощущений, что они могут стать причиной гибели не только своей, но и других людей. Или же тюремного срока для ни в чем не повинного водителя, который будет вынужден нести уголовную ответственность за глупую игру отчаянного подростка. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия.